Всем привет! Сегодня будем дышать возле цветочных гобеленов, проследим за рождением новой осы и узнаем, что задумали нефтехимики. Подробности далее. Научную библиотеку Томского госуниверситета украсила фитостена, созданная из патифилумов, агланем, антариумов андреа, хлорофитумов и других растений. Фитокомпозиция, созданная сотрудниками Сибирского ботанического сада ТГУ, будет оказывать не только эстетическое воздействие на посетителей библиотеки, но и принесет пользу их здоровью. Гобелен составлен из растений биофильтров, поглощающих вредные пары и летучие соединения, такие как углекислый газ, формальдегид, толуол и ацетон. Эти растения также выделяют фитонциды, биологически активные вещества, губительные для патогенных микроорганизмов. В местах с большим скоплением людей они вдвойне необходимы, поскольку снижают риск заражения инфекционными заболеваниями. Ученые Смитсоновского института в США запечатлели во всех подробностях процесс рождения гигантского бамбукового шершня. После 2 месяцев роста оса вылупляется из своего кокона в бумажном гнезде и начинает осваивать свое тело, а также жизнь в новых условиях. Ролик снят настолько подробно, что зритель может разглядеть даже отдельные волоски на туловище насекомого. Если не любите насекомых, лучше не смотрите. Выглядит процесс довольно жутко, но оторваться невозможно. Для справки, длина тела взрослого бамбукового шершня достигает 5 сантиметров, а его яд крайне токсичен и может быть смертельным для человека. Казанский университет расширяет перечень производимых катализаторов для химической промышленности. Договоренность об этом была достигнута ректором КФУ Ильшатом Гафуровым на встрече с нефтехимиками, которая прошла в Нижнекамске. О том, что ученые Казанского федерального могут предоставить химической отрасли более широкий перечень катализаторов, говорилось давно. Однако до последнего времени общее решение о том, как такое производство наладить, достигнуто не было. По итогам переговоров уже можно сделать вывод, что география опытного производства химиков КФУ расширяется. И к катализаторной фабрике, находящейся на территории Нижнекамскнефтехима, добавляется производство на территории химзавода имени Карпова. Это были самые завораживающие новости науки на сегодня. Пока!